Президент РФ Владимир Путин считает, что любые проявления нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в Россию в будущем. Любые проявления нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность, служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем, сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ. Президент отметил, что эффективная борьба с нарушением связана с миграционной сферой. Нелегальная миграция – деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть выработаны против этих людей самые жесткие меры, сказал Путин.